Здравствуй, Максим. Я твой доктор. С твоего позволения, я буду записывать наш разговор на диктофон. Какое твое первое воспоминание детства? Мне 27 лет, я молчалив и спокоен. Крутой. Но я не хочу быть героем! У меня в голове бегают маленькие человечки, скажите, это мысли? Чувствуешь себя богом? Максим, я просто хочу тебе помочь. Слава, доктор, слава. Доктор, а вы изменяли своей жене? Я сейчас выключу свет. Я не хочу больше спать! Друг, иллюзия! Всем!